Если по каким-то причинам в эти новогодние дни вы не отправились на представление, то представление придет к вам. Праздник с доставкой на дом, а точнее во двор дома, проходит в Новом Городке. Дед Мороз, Зимушка, Зима и Снегурочка приехали из сказочной страны в гости к юным жителям поселка и их родителям. Артисты Медвежьеозерской клубной системы порадовали и детей, и взрослых веселой интерактивной программой. Представление состоялось во дворе дома номер 14. И опять салаты едим. Я думаю, все получили заряд хорошего настроения и небольшое ощущение продолжения праздников. Привезли мы для детей много всяких сладостей. Естественно, все дети ждут именно их. Замечательный праздник устроили. Спасибо огромное детям, развлечения. Много танцев. Согрелись, отстоит уже уставшие, но довольные. Понравилось, когда Дед Мороз подарки дарил. Конфеты и печенье, леденцы и другие угощения. Ни один сладкоежка в этот день не остался без подарков. Впрочем, как и без хорошего настроения. Анна Бальет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.